И возвращаясь к теме предстоящего референдума, не менее зрелищное мероприятие прошло и в Ташкенте. Ведь обновляемая Конституция будет отражать и соответствовать ожиданиям людей, новым процессам трансформации общества, государства, экономики и социальной сферы. Свое видение в ходе масштабного, красочного события озвучили представители нового поколения. Известные артисты, спортсмены, бизнесмены, поэты и все те, кто не безучастен к происходящим в Узбекистане масштабным преобразованиям. Атмосферу мероприятия постарались передать и наши корреспонденты. Говорят, самолет – это прекрасная мечта, ждущая, когда ее проглотит небо. Здесь, на заводе Uzbekistan Airways Technics, можно увидеть множество воздушных кораблей, ждущих своего звездного часа. Безопасность, стабильность и комфорт – три слова, присущие авиации Узбекистана, которые содержат в себе заботу о тех, кто пользуется ее услугами. На плечах представителей сферы лежит большая ответственность, ведь от профессионализма их работы зависит жизнь и безопасность миллионов людей. Любовь к родине, забота о будущем государства, чувство сопричастности к происходящим преобразованиям – все это сплотило участников данного мероприятия. В 2022-2023 году колоссальное развитие произвело в нашей стране. Открылось очень много новых авиакомпаний. Уровень авиации очень сильно повысился. Я и в том числе все находящиеся здесь, не безразличны к нашей родине, к нашей авиации, ко всему, что здесь происходит. Поэтому я обязательно приму участие в референдуме, который пройдет 30 апреля. Действительно, конституционная реформа является неотъемлемой частью коренных преобразований, происходящих во всех сферах жизни страны, создавая для них прочную правовую основу и адаптируя наш основной закон к сегодняшним реалиям в обществе и логике наших ускоренных реформ. Я очень люблю небо, люблю самолеты, люблю свою работу. Где бы я ни была, я безумно скучаю по дому. Везде, да, весь мир очень красивый, но лучше моего дома места нету. Я люблю наш Узбекистан, наш теплый народ. Мне не безразлично мое будущее и будущее моей страны. 30 апреля у нас пройдет референдум, на котором я обязательно приму участие. Каждое выступление было особенным, отображало взгляд и мнение касательно предстоящего важного события в жизни нашей страны. Чунки Ташкентимиз бутун дуньёга нон шахр бўлиб танилган. Азизлар, 18 март куни мухтарам президентимиз янги Ташкентни барпо этиш ҳақида йиғилиш қилиб, ана шу янги Ташкентни қамал тошини қўйдилар. 20 000 гектар жойга жойлашадиган янги Ташкентимиз икки дарё ўртасида бўлар экан. Қарайлар. Meni juda xursand qilgan narsalardan yana bittasi 9 gektar joyda teatr binosi qurilar ekan. 5,5 gektar joydan ortiq joyda yangi kitobxona barpo etiladi. Bu kitobxonani dunyoda analogi yo'q bo'ladi. 363 gektar joyda yashil daraxtzorlar barpo etiladi. Bularning hammasi nima uchun qilinyapti? Insonni qadrini ulug'lash uchun, insonni e'zozlash uchun, Toshkentimizni yanada rivojlanishi uchun, mana yangi tahrirdan chiqqan konstitutsiyamizni har bitta moddasini, har bitta bo'limida xuddi shunday insonga bo'lgan munosabat, insonga bo'lgan e'zoz, insonga bo'lgan mehr-muhabbat shundoq namoyon bo'lib turibdi. Bularning hammasi yana bir narsa aytishimiz mumkin. Hammasi ana shu insonni ulug'lash, insonni qadrlash to'g'risida bo'layotgan ishlar. Tadbirkorlarga maksimum imtiyozlar beriladi. Mana bitta narsani sizlarga aytaman, eksport qilish vashi muammo edi. Chunki eksport qilganimizda tamojnaga tushum tushmas edi. Shuning uchun tamojnikilar bizlarni oxirgi o'chirtga osib qo'yardi. Hozir yashil koridor ochib qo'yishgan eksport uchun. Shundoq boramiz, 2-3 soatda molimiz chet elga chiqib ketyapti. Imtiyoz, ya'ni nalogilardan ozod qilindik. Shu foydan tejab qolib ish korxonamizni rivojlantirishga sarflayapmiz. 2016 yilda bizani eksportimiz 200 ming dollar edi bir yilda. Hozir 4,5 million dollarga yetdi. 20 barobar oshib ketdi. Bo'lmasam korxonamiz 2009 yilda ochilgan. 12 yilda erishilgan yutuq bilan oxirgi 5 yilda erishilgan yutuqni orasidagi farq. Mana shu yili Germaniyadagi eng katta o'yinchoq vistivkasida qatnashdik.
davlatimizga ming rahmat pul to'lab berishdi. Va o'shatdan Germaniya bilan, Fransiya bilan shartnoma tuzib keldik. Tasavvur qilinglar, faqat chet ellik o'yinchog'ini olib kelib o'ynaymiz. Hozir O'zbekistonning o'yinchog'ini endi fransuzlar bilan nemislar o'ynaydi. Mana shu konstitutsiyadagi eng katta ikkita o'zgarish, 67-chi modda, 53-chi modda. Mana shular hammasi endi bu yog'iga bundan ham tez rivojlanishimiz ta'minlaydi. Sababi bu tadbirkorlar uchun endi konstitutsiyaviy jihatdan bizani huquqlarimiz himoyalanyapti. Va yana o'shatdagi eng oxirgi punkti menimcha hammaga yoqsa kerak. Monopoliya nazoratga olinadi. Bundan buyoniga endi qonuniy nazoratga olinadi. Для собравшихся стало неожиданным сюрпризом выступление Зарифа Сайдазимова, опытного пилота, который посвятил авиации 44 года своей жизни. Именно он совершил 11 сентября 2001 года исторический и героический полет, который лег в основу киноленты «101 рейс». Жизнь меняется, жизнь на месте не стоит. Поэтому изменения в Конституции – это очень, я был рад. Я всегда смотрел, изучал, какие там изменения. В основном это для того, чтобы наши республики, наш народ жил очень хорошо, в своей жизни был всегда доволен. Подытоживая озвученные мнения, можно с уверенностью сказать, что новая редакция Конституции заложит основы социальной, демократическо-правовой и поистине народной государственности, станет важным фактором повышения благосостояния населения. Здание, где проводят игры «Заковат», стало отличным местом, чтобы объединить молодежь в преддверии референдума. Игра «Заковат Квиз», он немного отличается от традиционной игры, классической игры «Заковат», а отличается тем, что здесь вопросы не очень сложные, они среднего уровня, а рассчитаны они на то, чтобы молодежь, те, которые пришли первый раз на эту игру, они приняли как бы эту игру близко к себе. Принцип и правила игры «Заковат Квиз» просты как дважды два. Что не скажешь о самих вопросах. Учился у Гарри Поттер, когда я фильм «Лардамбрда», Уизлилар уйдаги озги хас бер предмет, ойла азасы уйдамы, яки йоклыги хакада малымат берарды. Улар эсэ, улар, адаттагидег икки яки үште эмэс, балки ойла азаларнин саныге тэн болген. Уларны икки сөзда язып берин, вақт кетті. Тот факт, что эта площадка объединила почти 700 граждан, говорит о том, что молодежь не безразлична к своему будущему, к своей конституции. Оно и понятно, ведь главный инициатор перемен – народ Узбекистана. Были очень интересные вопросы, особенно вопросы по конституции, по нововведениям в конституцию. Данное мероприятие, оно организовано как? Тут нету тех, кого привели силой. Это члены клуба «Заковат», они регулярно посещают игры. Кроме этого, есть люди, которые пришли именно для этой, именно ради этой игры. Им интересен именно процесс. Это не просто референдум. 30 апреля будет решаться будущее нашей страны. Наша задача сегодня хотя бы частично объяснить зрителям, участникам, что нас ожидает в случае принятия новой конституции. Какие будут улучшения, какие будут привилегии новые. Референдум – это важное политическое мероприятие в жизни республики, в том числе молодежи. Поэтому я считаю, каждый молодежь должен почувствовать ответственность за свое будущее и прийти 30 апреля в места, где проходит референдум, и проголосовать. Потому что каждый голос считается очень важным при принятии высшего нормативно-правового акта Республики Узбекистан. После интеллектуальных состязаний пришло время отдохнуть морально и культурно. А для этого здесь же было организовано агитационное мероприятие и концерт под девизом «Конституция наша». Шо ханадыге крипкеген пайтте койнилерден нима отеяпт хазыр? Шахсан мэна койнилымдан отеяпкен гэп билан, гэплер билан, силер билан орталашмақшы. Мэн 22 ил алдынгы вақиялар, 20 ил алдынгы вақиялар. Bizani xonamiz bo'lardi, mashg'ulot xonamiz. 15 ta, 16 ta komanda zo'rg'a sig'adigan xona edi. Asha xonaga 45 ta komanda yig'alardi. 45 ta jamoa, bir 15 ta jamoa tikka turib o'ynardi. Sharoit nol. Zakovatni ekranga chiqib yuradigan mashhur bilimdonlarga ham joy yo'q, chunki kim vaqtli kesib o'tirib olardi.
Kim vaqtli kelsa egallab olardi. 3 soat oldin kelib, joyni egallashardi. Endi bugun qarang. Men har kirganimda mana shuni o'ylayapman. Mana shu fikrni o'ylayapman. Men o'sha paytda Oliy ta'lim vazirligini eshigini buzganman. Bitta pul so'ramaganman. Sovg'a so'ramaganman, homiylik ham so'ramaganman. Faqat iltimos qilganmanki, bitta kattaroq zal ajratib beringlar, shu yerda bolalarni yig'ib, haftasiga 3 soat bor yo'g'i shug'ullanaylik deganman. Hamma mana, albatta, albatta beramiz, zakovatga bermasak kimga beramiz? Axir siz bizani vazirligimizni mahsulotini reklama qilyapsiz, deb jo'natib yuborishardi. Borardim, bir oy kutardim, uch oy kutardim, yarim yil kutardim. Keyin Farmon bibini keliniga o'xshab, chichorani xom sanaganligini bilganman. Foydasiz ekanligini bilganman. Niyatim bo'lgan kutish. Kutish va yana bir bor kutish. Kutib, kutib bugun mana shu kunlarga yetib keldik. Bizga ko'rsatuvimizga shaxsan prezidentimiz tashrif buyurdilar va bizga va'da qilgan ishlarni bajardilar. Bugun birinchisi, eng debojasi bu. Mana shu minbardan turib ayta olamanki, bajarilayotgan va'da qilingan ishlardan eng birinchisini bugun sizlar bilan birgalikda shohid bo'lib turibmiz. Mana shu binoga ega bo'ldik. Allohga shukr. Yana bizga prezidentimiz yangi O'zbekiston bog'idan 3 gektar yer beramiz va zakovat shaharchasi quramiz deganlar. Albatta referendumda ishtirok etaman va yangi konstitutsiyaga ovoz beraman. Zakovat klubini 100 minglab a'zolari bor. Ularni ham befarq bo'lmaslikka, kelajaklari uchun ovoz berishga chaqiraman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Присоединяясь к словам спикеров, стоит сказать, что наша жизнь сегодня не то, что была вчера. Поменялось многое. Образ жизни, привычки, требования, нравы и поколения. А значит, важно закрепить новшества в обновляемой конституции, и это будет служить во благо народа.